Кинокомпания Ненормаунд Пикчерс представляет фильм «Призраки элеватора». Фильм основан на нереальных событиях. Однажды, в студеную зимнюю пору, а конкретно 31 декабря 2014 года, Дед Мороз и Снегурочка заканчивали свою непростую работу. Вот только адрес доставки был странным. Дедушка Мороз, мы уже пришли? Да-да, Снегурочка, мы уже пришли. Сейчас быстренько подарочек отдадим мальчику и пойдем радовать других людей. Да, Дедушка Мороз. Зачем вы сюда пришли? Здесь ждет несчастье. Дедушка, мы, наверное, все-таки не туда пришли. Здесь очень страшно, мне кажется, здесь зло живет. Давай посмотри по карту, дедушка. Может, мы ошиблись адресом? Может, GPS подвел тебя? ЖПС никогда Гугловский нас не обманывает. Так проверим. Что у нас тут? Колобок? Куда нас привела? Колобок, что? Действительно не туда попали. Внученька, Снегурочка, где ты делась? Тут действительно, скорее всего, зло живет. Снегурочка! Что-то случилось? Не бойся меня. Да. Я не причиню тебе вреда. Иди сюда, ближе. Я тебя плохо слышу. Расскажи, что произошло.
Мы со Снегурочкой сюда пришли, и Снегурочка исчезла. Ты не видел, куда она делась? Нет, я пока смотрел, куда мы пришли в окарке, и она исчезла. Ну, пойдем поищем. Примерно я представляю, где она может быть. Сваливать, пока менты не загребли.